Тверскую область мобильная группа орловских спасателей была командирована 31 июля. Для ликвидации возгорания торфяников на этот раз в оперативном режиме был привлечен 21 человек. Их зоной ответственности стал лесной массив близ деревни Борсена Конаковского района. Рабочий день у нас начинался с 5 часов утра на позициях и продолжался до 10 часов вечера. Проводил заправку 4,5 километра цистерны, ездили. И вот все это проливалось с помощью больших стволов. Опыт же работы при тушении возгорания торфяников – один из самых эффективных. Позже он, говорит спасатель с почти 20-летним стажем, может помочь быстрому и верному ориентированию в самых разных чрезвычайных ситуациях. Тяжелее проходило тушение, так как по самому торфяному полю невозможно было ходить. Возможно, может человек провалиться, и техника также может провалиться. А в Тверской области это все проходило легче. В жарком 2010-м Сергеем Цапковым в Московскую область тогда также командировали часть личного состава. Тот выезд, вспоминают спасатели, стал самой серьезной проверкой на слаженность команды в работе. Откомандировали в Московскую область, поселок Белоом, где происходил самый эпицентр событий, больших пожаров. Значит, благодаря указаниям и грамотным действиям при выборе решающего направления Сергея Сергеевича Цапкова, личный состав работал уверенно, слаженно. Мы привезли оттуда много благодарностей как от губернатора Московской области, так и от местных жителей. В Тверской области орловские спасатели находились 12 дней. Там же работали сводные группы других регионов. Благодаря общим силам спасателей сегодня в Тверской области полностью ликвидированы природные пожары. Ксения Туркова, Константин Тимиргалеев, телеканал «Первый областной».